Всем привет! Здесь у меня сейчас два телефона. Это Redmi, Xiaomi Redmi 6A. А это свежая модель уже Redmi 9S. У них вот чем мне нравился больше свой вот этот бывший телефон, тем что вот он мог записывать разговоры. У них отличается кнопка звонки. Здесь зеленая, здесь сделали синюю. Здесь шла автоматическая запись, вот здесь разговора при любых звонках. Несколько секунд. Я проверяю, ваш шла номер. Запись. На этих свежих моделях они вырезали функцию записи вообще из диктофона. 11-я у них прошивка, вот это MUI 11-я. Здесь у них прошивка 12. И вот эта фишка вся вырезана. Также, что мне здесь не нравится в новом телефоне, вот можно в пропущенных было посмотреть, сколько гудков абонент вам звонил. В новых телефонах вот тоже нету этого. То есть это было удобно, если левый телефон, какой-нибудь спам, бывает один гудок набирает, а потом перезванивали и деньги списывают. Вот. Так что эта звонилка вообще в этом телефоне разочаровывает. Вот. Такие соображения по поводу их новых аппаратов Redmi. Ну, может быть, выйдут какие-то обновления, все это исправится, будем надеяться. Все, всем пока, в общем.